той стороны подъезжайте склады. Добрый день. Здравствуйте. За зерном приехали. Слава Христу. Видишь, какая? И выбор вытонешь. Вот у Игоря два комбайна. Это в Беларуси, видать, Брянск. О, новый, вот. Первый обошелся он больше 10 миллионов с этим. И второй намного больше 10. Какая техника. Благословенный человек. Там еще какая-то купленная вон новая. Слушай, как бы это ни в кредит, чего я так боюсь. Как они будут его грузить или что? Говорят, за зерном приехали. Вот это склад второй. Худо Потеряевки. А смотри, предбанник-то какой. Вот они. Новая. Экскаватор. Косилка там. О, вдоль, да. Прямо так как стоит. Тут снег, он падал уже с крыши-то. Почему? Лавиной. Пошел снег-то. И вот с собой загреб. И упал, и ничего не ушиб даже. Как будто так. Игорь Александрович Барабаш, фамилия его. Староста поселка Потеряевка, Мамонтовского района Алтайского края. Сегодня 13 июня. Там сколько новой техники-то у него. Это протравливает он поля. Вот. Сколько накупил, это все. Прекрасно, да, смотрю. Вот так. Я смотрю, какая техника новая у него. Игорь Александрович Барабаш. Поселок Потеряевка, Мамонтовский район, Алтайского края, Российской Федерации. Вот люди стонут. Вот новая техника. Даже смотреть страшно. Только я пройду туда. Ой-ой-ой. Вот это я понимаю. Это что ж такое у него? Даже не знаю, еще сеялка какая-нибудь. А там что? Вон она какая, поднята кверху. И колесо кверху. Ну, специалисты определят.